с вами десерт. Десерт из яблок и черной смородины. И это то блюдо, которое можно приготовить вот в таком виде, только в посуде айвок. Ни в духовке, ни в другой какой посуде этого сделать нельзя. Почему? Потому что наша посуда айвок имеет ряд технологических особенностей. Я быстренько напомню, она трехслойная, в стенке трехслойная и трехслойное дно. И дно содержит алюминиевый блин в капсуле из нержавеющей стали. Это позволяет равномерно распределять тепло, долго его удерживать и готовить пищу на малых и средних температурах. Ну а соответственно, если мы готовим на малых и средних температурах, значит по максимуму в продуктах сохраняются витамины и минералы. И это позволяет готовить пищу полезную и здоровую, и вкусную. И помимо вот такого устройства стенок и дна, есть технологические особенности в крышке и в том месте, где крышка прилегает к сотейнику. Вот таким образом здесь устроена конструкция, что здесь образуется гидрозатвор, то есть водяной затвор, который позволяет готовить пищу в собственном соку. Итак, приступим. Яблоки, смородина и мед. Для тех, кто не любит мед или у него какая-то реакция на мед, можно использовать сахар. Приступим.